Польше назвали новую сумму немецких репараций. В парламенте страны озвучили размер репарационных претензий к Германии в сумме 550 миллиардов долларов. Ранее речь шла о 850 миллиардах долларов. Глава комиссии Сейма Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулерчик заявил во время выступления в парламенте, что Германия должна выплатить Польше свыше 543 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны. Об этом 22 марта сообщает Интерфакс со ссылкой на польское информационное агентство ПАП. В 1990 году эта сумма составляла 284 миллиарда долларов. Однако, если брать в расчет покупательную способность доллара в 2017 году, то мы получим 543 миллиарда, отметил Мулерчик. В Польше создали комитет по вопросу выплаты Германии репараций. Напомним, ранее Мулерчик называл другую сумму репараций 850 миллиардов долларов. Тогда он заявил, что считает ее большой, но справедливой компенсацией за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также из-за потери страной демографического потенциала во время Второй мировой войны. Правительство Германии считает закрытым вопрос о военных репарациях Польши. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.